там встает, а потом или, поворачивает. Или раздеваем вот этот гранит. Поролон мягкий. Просто, мы думали сейчас, какой лучше взять. Да, здесь подъехал, остановился, да. Да. Надо репетировать. За основу этого мотоцикла шел настоящий мотоцикл Honda. Мы просто взяли, по сути, его каркас, его вилку. И, в принципе, все остальное, двигатель, коробка управления, бак, это все уже, ну, как бы, ушло в утиль. Остался только голый каркас, облегченный для того, чтобы мы смогли сделать футуристический кузов, как по-нашему нам кажется, современного байка будущего. Нам пришлось угол наклона вилки изменить. Когда меняем угол наклона, у нас удлиняется сама вилка. И, соответственно, вилка, которая была непосредственно у самого байка, она нам уже не подходила. Теперь у нас вилка идет сюда. Я боюсь, что у нас одно совпадет, а другое нет. Нам пришлось выходить из положения. Решили просто взять профильную круглую трубу вместо амортизаторов в передних и поставить их. Сделали. У нас интересное очень переднее колесо. В данном случае мы не могли заказать или где-то купить, пришлось самим все это от начала до конца разрабатывать. Все колесо состоит, по сути, это такой большой алюминиевый подшипник, вот, на которой есть шина, камера. Сами шины, камеры мы брали от настоящего мотоцикла, этот самый большой диаметр из стандартных, которые уже существуют. Для эффекта нам нужен был просто большой диаметр, чтобы отверстие в колесе казалось большим. Все идеально получается. Лучше некуда. Сейчас пару миллиметров уберем резины. И все получится, как мы рассчитывали. У нас спереди тормозов не будет. Тоже. Абсолютно идентичен настоящему мотоциклу. У него есть также газ и тормоз. В принципе, все то же самое. И руль на всякий случай лучше сделать машину. Двигатель этого байка – это так называемый мотор-колесо. Это электродвигатель, который непосредственно является частью колеса. Вообще в мотоциклах довольно свежие решения, классный современный пятиполимерный аккумулятор, довольно большой емкость. Там, соответственно, колесо с большим ресурсом работы. В принципе, заявлено, что он может пробегать десятки тысяч километров. Естественно, по сцене такого пробега не будет за долгие годы. Миллиметра два. Форму байка вырезалась с пенопласта. Все это доводилось до вот этой формы идеальной, потом отливалась матрица. Пластиковый байк получается облегченный на электродвигателе. Промо добавим больше. Конечно. Надо закончить, тогда будет видно все. Я сам езжу на мотоциклах и очень люблю мотоциклы. И, естественно, мне хотелось бы создать самому, и я участвовал непосредственно в этом, потому что мне это все очень интересно. Понимаешь, Нельзя.
Я бы сказала, что вообще из другой серии моей. Ну я бы посмотрела, ящерица была красивая. В отличие вот от байка, на котором я сижу, который весит 320 килограмм, у нас весит ну не больше 100 килограмм. Вот это ну большой плюс. На этот мюзикл мы сделали два байка, один чоппер и спортбайк, и водный гидроцикл. Принцип у них одинаковый. Сейчас посмотрим, что получится. Мы решили всей командой сделать для себя байки. То есть даже уже заказали некоторые детали. Эти компоненты должны использоваться в обычном электротранспорте, в электровелосипедах, электромопедах, чтобы ездить по обычным дорогам каждый день. Довольно удобно и безопасно, что самое важное, экологично.